Добро пожаловать на канал Люцийка. Я Утия. Меня зовут Богдан. И мы продолжаем играть в игру «Симулятор питомца». Люцийка сейчас залезла на самую верхушку фонтана. И с этими мальчиками мы играем сейчас в игру моего детства «Царь горы». Мы пробуем, сейчас пытаемся друг друга столкнуть. И кто самый высокий будет, тот и царь горы. Вот, о, все, смотрите, Люцийка выше всех. Люцийка стала царем горы. А, мальчик накачанный, не хочет с этим мириться. А Люцийка все равно на голову ему запрыгнула. Все, мальчик, культурист ушел. Какой-то другой тоже ушел, да? Люцийка одна осталась, она победила. Она царь горы. Ну ладно. Пойдемте посмотрим, я вам расскажу, какими мы животными играли, питомцами в первой серии. У нас были три кошечки, серая, коричневая и белая. А сейчас мы взяли, купили вот белую собачку. Вот она стоит между кошечками, да, белая собачка стоит с ушками такими. Да. Сейчас мы спрячем нашу собачку. И я вам покажу, какого бесплатного питомца нам дает игра. Вот видите, рекламный щит стоит. Вот оранжевый питомец. И если вы подпишетесь на две группы, то вам игра, разработчик бесплатно даст этого питомца. Этого питомца зовут Талисман. У него самые маленькие, маленькая скорость и самый маленький уровень. А сейчас мы купим 5 сегодня новых питомцев. Самого дешевого берем. Розовая собачка. Смотрите, розовая собачка. А в красном яйце будет... Кто там будет? Мышонок розовый. Мышонка мы купили во втором яйце. А третье яйцо сейчас купим, посмотрим. Кто тут будет? Далматинец. Смотрите, собачка такая, далматинец. Подойдем к четвертому яйцу, покупаем его. И кто здесь? Это тюлень. Тюлень. Да, четвертое яйцо – это тюлень, морской котик. А в пятом яйце, в последнем, кто будет? Летучая мышь. Смотрите, летучая мышь. Вот мы купили наших новых 5 питомцев. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И мы будем сейчас выбирать этих питомцев, посмотрим, кто из них сильный, кто слабый и какими питомцами мы будем играть и собирать монетки. Вот пока мы бежим к нашему полю, можно по дороге собирать монетки, направлять на них питомцев, и они будут их собирать. Они быстренько собрали и прибежали у нас к Люцийке. Смотри, сундук упал. А ну вперед, собираем монетки. Новый сундук появился. 40 тысяч монеток здесь. Два котика наших быстрых уже прибежали. А наш талисман, смотрите, какой медленный. До сих пор не прибежал. Смотрите, такая... Вон он бежит. Надо помочь ему, да? Да. Может, подтолкнем его? А ну, сейчас мы побежим к нему. Давай, талисман, быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас сундук заберут. Быстрее, я тебя подталкиваю. Быстрее, быстрее. Вот он какой талисман. Самый медленный. И меньше всего монеток берет. Потому что его надо прокачать, чтобы он стал сильным. Но мы его только взяли. Разработчик нам его только подарил. И вот он, первые три, два котика и талисман. Да, вот он, с оранжевой полосочкой на голове.
Сейчас мы спрячем нашего талисмана и посмотрим, кого мы купили. Вот кофейного цвета шоколадная собачка. Смотри, такая собачка. Хвостика нету. Вот она какая красивая. Теперь мы посмотрим, собачку мы уберем. Посмотрим тюленя, да? Да. Берем тюленя. А ну смотрим тюленя, смотрим. Вот он тюлень, смотри, ножек нету у тюленя. У него только есть ласты, передние и задние ласты. И он не может на ножках бегать, он так ползает. В основном он в воде плавает. Морской котик, он в море живет. Плавает, охотится за рыбкой. Поэтому его называют котиком. Котики и морские, и не морские любят рыбу. Сейчас мы возьмем далматинца. Смотри, какой белый далматинец с черными такими плямками. У него даже одно ухо белое, а другое ухо черное. Разное ухо, ты видишь? Видишь, да? И лапки разные. И лапки у него разные. И черные лапки, и белые лапки. Сейчас мы далматинца спрячем и возьмем следующую, кого мы купили. Это мышку мы возьмем. Смотрите, серая мышка с розовым носиком, с круглыми ушками и без хвостика. У мышки должен быть хвостик, но здесь нету хвостика. Вот такая здесь мышка. О, наши кошки собрали сундук. Кошки, вы что за мышкой не бегаете? Или вы подружились? И самого сильного мы сегодня купили питомца. Сейчас спрячем мышку, возьмем самого сильного. Это летучая мышь. Смотрите, она летает, эта мышка. Да, она не бегает по земле, а летает, потому что у нее есть крылышки. Вот такие у нас новые питомцы, которых мы сегодня купили. А сейчас мы попробуем купить новый уровень, новое поле откроем. Оно стоит 400 тысяч коинс, 400 тысяч монеток. Покупаем? Да. Открываем новое поле, нажимаем на Yes. И вот оно, новое поле, ура! Бирюзового красивезного цвета, как морская волна. Ух ты! А ну, маленькая монетка, сколько здесь содержит золота? Где-то около 700-800 золотых монеток содержит. Сейчас посмотрим, большая монетка, сколько содержит золота. Где-то около 3000, 2700, где-то так. И вот этот столбик с монеток, столбик с монеток содержит 12 тысяч. А вон, да, ты тоже увидела? Да. Большой сундук упал. Бежим, посмотрим, сколько... Детик. Сколько в большом сундуке монеток, сейчас посмотрим. Приближаемся. Смотрите, какой он красивезный. Цепь такая большая, там монетки внутри, он еле закрытый сундук. 150 тысяч монеток он содержит. Ого-го, как много, 150 тысяч. Вот таких сундуков, если он был на прошлом поле, три сундука открыли, и можно пройти на это поле. Сейчас наши котики прибегут к нам. А мы пока выберем тех питомцев, с которыми мы будем играть на этом поле. На первом месте мы выбрали летучую мышь. На втором месте далматинца мы выбрали. И, наверное, возьмем, кошку спрячем, возьмем мы тюленя. Смотрите, он сильный тоже питомец.
И вот, а нет, неправильно мы, вот эту кошечку спрятать надо, а вот этого тюленя, да, выбираем. Так, ты что не прибавляешься, тюлень? А ну давай прибавляйся. Все, прибавили мы тюленя. И вот наши три питомца, самых сильных на этом уровне. И мы их сейчас послали в сундук, чтобы они быстренько его взяли и нам все денежки накапали. Мы должны накопить 2,5 миллиона коинс, чтобы попасть вот на это поле. Смотрите, красное поле, там вот сундук такой золотой вдалеке я вижу. Стоит. Да, после красного поля розовое там еще будет. 20 миллионов надо накопить. Нам еще копить и копить этих монеток. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставь лайк. Всем до новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.